Пресс-служба Калининградского зоопарка поделилась кадрами с тайно крадущим у своей матери еду маленьким детенышем муравьеда. Сотрудники зоосада рассказали, что пока родительница по имени Кая спала, ее ребенок решил самостоятельно сползти с ее спины и направиться к миске с едой. За сомнительным занятием его застукали киперы. Напомним, детеныш муравьеда появился на свет в конце февраля. Работники учреждения подчеркнули, что взрослый корм уже нормально сочетается в рационе малыша с молоком матери.